Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Стало известно, какие участки дорог будут перекрыты в ближайшее время. Портал мэра и правительства города опубликовал информацию о всех случаях ограничения движения в столице в ближайшее время. Ограничение движения будет введено на улицах Паршина, Берзарина и Живописной улицы до 6 ноября. Также с 31 октября по 30 ноября ограничат движение на дублере улицы Народного ополчения и на улице Алабяна. 25 октября будет перекрыта улица Колмогоров, 30 октября – Симферопольский бульвар и улица Лобачевского. 27 октября, 9 ноября и с 17 по 24 октября на Прудный переулок. С 25 октября по 15 декабря ограничения введут в Югорском проезде на улице Егора Абакумова, в Югорском проезде и на улице Полехской. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы можно найти на сайте mymsk.online. До скорого!